Я хочу сказать, что дети учатся в антисанитарных условиях в Большой Чепорняковской средней школе номер один. А что там с колодцами в школе за историю? С колодцами я жила. Она длится уже не один год. Старшие дети говорят, что да, те жители, которые учились в этой школе, возраст 30 лет, они говорят, они всегда были открыты. Чего на них обратили внимание? Увидала, что дети оттуда вылазят. Я подхожу, говорю, вы что? Говорит, атас, взрослые идут. Я говорю, вы что там делаете? Он говорит, а мы конфетку уронили. А мальчишки лет, наверное, по 11. Я говорю, ну не конфетку, не лазьте туда. Я посмотрела, там арматура. Прямо на дне. Там выступы бетонные. Три колодца, три открытые. Крышка одна, гнилая валяется. И просто углы колодца. Столько лет не могут закрыть, что она же сгнила, валявшись там.